Всех привет, Йордан Николаев, для наших, Йордан Стайков, по имени отчества Николаев. Это культурный, социальный способ объясняли, а вот по-человеческому, скажем, пусть кто-то тебя украл, или какая-то шлюха сделала того, ты остался без семьи, без твой сын или твоя дочка, как в тот случай у меня. Разговариваешь с друзей, и тебе говорят, блядь, я хочу видеть ее мертвой, блядь. Никто тебе не будет смотреть, как сумасшедший, или не скажет, блядь, что с тобой. Нет, наоборот, все люди скажут, вот, и это недостаточно. Так нормально будет ответ твои друзья. Вот, блядь, Наташу Кайто недостаточно. Так, чисто по-человечески, да. Вот имеем ли то право? Пусть да, конечно. Конечно, не только что имеем. А вот эта экспозия, если не идет за нами, она будет остается здесь, в нашу душу, внутри. То, что доказали, может быть, уже полгода назад. То, что они на самом деле тоже оружие, инструмент. И надеются, что, может быть, и таким способом, возможно, спасти сам собой. А, вот. Понимая все остальное, как, может быть, на меня смотрят многие люди, и как имею каким-то образом давление на все то, что происходит вокруг мировой шар. Ну, если берем ролик за ролик, пусть можно видеть каждый момент, что происходило, было, и доказать то, как это случалось. Было ли какое-то реалити-шоу, где меня записали. Далее моя жизнь. Все то, что доказали, правдиво или нет, кто-то имел возможность меня манипулировать и поставлять все время в такие ситуации, что были угодны у него службы или какая-то разведка. Ну, я же имею мое право верить в то, или верить, скажем, там, доверяться или иметь вера на все то, что сам доказал, и все, что сам логически, математически, физически достигнули мы все, которые помогали дойти выводах. А все остальные, ну пусть каждый человек думает, имеет право думать, что хочет, блядь, если хочет. Многие люди, может быть, будут думать, что вот он с ума сошел. Полностью имеет свое право, да? Только что ж от того, не происходило ничего больше. Думали они так? Отлично. Думай, как хочешь. Но ты меня не трогай, блядь. Так как я не пошел тебя трогать, да? Хочешь волеизъявления, сколько у тебя угодно. Вот есть таблики, платформы всякие. А вот если хочешь на улице, меня можешь спокойно сказать, парень, ты что-то с тобой не так, мне как-то не выглядит. А я найду мой прием, как тебе ответку отправить. Так, продолжаем. Вот, это по-человечески, как объясняли. Вот если понятно, что меня многие смотрят и возможно, и если нет, то пусть, чтобы такой риск не существовал. Они не поехали и не восприняли мои слова. Ну, как и доказали, что многие вокруг, они полностью идиоты. Или не все идиоты, а вот большинство, у них душа крупная, и они от того будут искать как-то иметь выгоду. И против меня, и против другие, и не имея разницы. Только чтобы они имели выгоду. Пусть против кого? Пусть. Все-таки, блядь. Чтобы имели выгоду. Есть такие, да? Есть. Есть дураки? Есть. Есть людей, которые не дураки, не такие, а вот еще молодые, или не имели возможности посмотреть или понять все, что я объяснял, все ролики, и у них подавали под дали та информация манипулированным способом, чтобы
они свои актов следовали меня каким-то образом, но думали, что выполняет то, что я же объяснил, а вот не было так, потому что информация, которую предоставляли, у них была уже манипулирована. Это где происходит, все знаем. Вот. Запад запретил все наши СМИ. Украина и Европа. Да? И США пытается запретить ТикТок, чтобы они не пользовали США. Да? Ответный удар в Россию, пусть, конечно. Ну там объясни, что происходит на самом деле. Там по-другому. Если пусть не было то, то тогда Запад имеет уже опять и капитал право нас вводить и властвовать. Ну, направляю все эти уже 3 или 4 ролика, которые сейчас даю пояснение на все. Весь тот эмоциональный момент, что показал. Да, я то хочу, блядь. А вот, не можем, не имеем то права. То, что вы хотите, вашу душу тоже. Да, я понимаю. Если я то чувствую, то я знаю, что это происходит от вся ненависть, которая весь мир, все человечество у нас есть против. Все, что происходит на самом деле. А вот не имеем то права. Не имеем то права. Сейчас все, что объяснял и говорю, было за то. Показать, почему не имеем то права. Имеем право это чувствовать, имеем право это говорить в поэзии, в книге. Сейчас модерный способ. Таблики, интернет. А вот то сделать, идти и сделать, пусть, конечно, что нет. Не только за то, что будут направлять все против нас. Не только за то, что мы не начинали все это. Быть такие, какие не хотим быть, как быть такие, какие они на самом деле. Вот. То ретарианство, да. Только менять позиции. Ну, конечно, вот. Нас то и не может никак быть какая-то цензура. И вот все это имеем. Всегда имели, всегда будем иметь то право говорить, а вот делать. Зато у нас необходимы беспристрастные судилища, беспристрастная судебная система и трибунал Нюрнбергский, который объясняли, что надеюсь, что у нас будет. Надеюсь я полностью, что у нас такой будет. Пожалуйста, все, которые восприняли все это буквально, пусть имели ответственность, responsibility. Посмотрели те ролики, которые сейчас отправил. Если нет, пусть кто-то у вас передал та информация. Будьте осторожны. Идите, скурите одну сигарету, как я сделал. Оставьте эмоции немножко затихнуть. И начнем все думать, все вместе, как это можем исправить. Так как до тот момент объясняли. И продолжать по путям, которые наш президент Владимир Владимирович показывает. Путь, который наш председатель КНР, господин Син Цзяньпин, много делал, чтобы его создать. И путь, который уже мы будем начинать, надеюсь, и нас не будут продолжать мешать. И вот угрозы, может быть, будут отправлять. Ну, надеюсь, что остановится до там. Они будут делать этот шаг, который потом уже после того у них не будет возможности идти сзади. Вот. Спасибо большое за внимание.